Итак, дорогие друзья, специальный наговор от избавления от боли. Ищем болевую точку. Так, здесь. Это вы уже проработали? Да, чуть выше. Выше теперь, да? Вот здесь. Да. Прижимаем ее плотно. Вот я такие палочки, например, использую. Можно кулаком, можно локтем. Вдохнули. Задержали дыхание. Терпим, терпим, терпим. Я попал, да? Да. Проверяем, что действительно попали именно туда. Это сигнал, да? И теперь тоненькой струйкой выдыхаем воздух и начинаем дышать спокойно, медленно, размеренно животом. Мы синхронизируем свое дыхание, также дышим вместе с нашим пациентом. Вдох и выдох, вдох и выдох. Мы понимаем эту боль и принимаем ее для себя, даже с благодарностью, ведь за что-то она была дана. За что-то нужна, но мы это никак не ценим, не судим, ярлыков не вешаем, просто понимаем, что была и была, ушла и ушла, нам нет до нее никакого дела. Она отработала свое для того, для чего была предназначена, и просто улетучилась. Улетела далеко-далеко, на второй план, на пятый план, на двадцатый план, далеко за горизонт, за пределы Земли, в космос, и затерялась где-то там. В черном дыре пропала, а нам становится легко и свободно. Через эту точку мы вдыхаем чистый, свежий, белый свет. Он проникает в нас и заполняет белым облаком изнутри. Нам становится тепло и комфортно. Мы впускаем в эту точку энергию исцеляющей любви. Вот тепло расходится приятными волнами по телу. По всей грудной клетке, по ногам уже, по рукам, до кончиков волос доходит. И у нас все отпустило. Легче, да, стало? Вот, как правило, все после этого проходит. Если вы не поняли, как это действует, обратитесь к Олегу Алафагутину, он вас всему научит.